Всем привет, с вами Чич, и мы продолжаем играть в Gamer Shop Simulator. Сегодня мы немного улучшим свой магазин и, возможно, найдем что-то еще интересное в этой игре. Погнали! Итак, в прошлой серии мы поставили свои первые столы, заказали свои первые товары, продали их, и у нас осталось после этого 608 долларов. Нам необходимо купить еды. И заказать еще товаров. Потому что... Опа, не сюда. Потому что если мы не закажем товаров, то еще раз на еду. И мы банкрот. Вылетаем на улицу. Кто здесь? Никого. Все нормально. Конечно, игру, как всегда, фризит. Здравствуйте. Так, не пропустить нашу еду. Что у нас осталось? У нас осталось 8 утра у нас. А почему так мало? Давайте купим. А что так мало? Нам еды до ночи-то хватит хоть. Все, летим дальше. Свой магзик. И заказываем сразу товары. Интересно, конечно, как их тут еще могут украсть. Но мы попробуем. Апгрейдить пока, я думаю, мы ничего не можем. Потому что у нас очень мало деньжат. Заходим в свой топовый офис. Так, у нас там ничего на заказах не оставалось. С того видео я больше в нее не играл. Поэтому продолжаем вместе. Итак, я уже, если честно, забыл, где что. Ладно, заходим сюда. Здесь мы можем закупить... Сколько у нас осталось бобенок? 558. Ну, давайте мы купим еще моник, наверное, купить, продать. Купим моник, доставка через 40 секунд. У нас остается 268 рублей. Давайте еще системничек прикупим за 260 рублей. Я думаю, будет нормально. Навар у нас будет 52 доллара всего-то. Я извиняюсь за рубли, конечно, так привычнее мне. Я думаю, смысл от этого не теряется. Вырубаем шарманку. Идем на наш задний двор. Можно назвать его задний проход. Я думаю, тоже будет нормально. И ждем от Господа свои товары. Опачки, есть один. Понесли. Но у нас склада пока что нет. Поэтому, я думаю, нам можно сразу распаковывать. Так. Открываем. Берем наш моничек и несем на стол. Хорошо. Разместить. Ну вот так, чтобы... Ой, это я его обратно запаковал. Даже так можно. Не знал, не знал. Разместить и размещаем его. Так, по товарному поставим. Есть. Я надеюсь, его не украдут. А, ну в принципе-то, что у нас украдут, если у нас магазин закрыт. И идем за нашим системником. За системничком. Я вот единственное не могу понять. У меня проклятие какое-то. Я, когда начинаю записывать видео, обязательно дятел появляется, который или молотком стучит, или дрелью. За что мне это? Ладно, проехали. Берем наш системничек, размещаем. Ну, я думаю, долго мы это не будем продаваться. Я думаю, это продастся у нас очень быстро. Ну что, открываем свой шоп. Заходим, берем. Покупаем. Консультации все у меня. Опа. Опачки, вот это варюга явно. Явно это варюга. Опа! Стоять!
Стоять, батя. Да какое закрыто? А ну-ка сюда. А ну сюда иди. А что я могу сделать? На-ка. Охренеть. Нормальный борщ по хребту выдал просто. И все, и можно нести назад. Понятно, короче, понятно. Ну, можно хотя бы для приличия было в магазин зайти. Я-то понял, что это вор. Закрываемся. По сторонам. Чик-чик такой. И думает, надо брать, надо брать. Нельзя. По хребту за такие дела. Разворачиваем, ставим. Да какая, блин, запаковка? Разворачиваем и по красоте выставляем. Вот так вот. Открываем опять-таки наш магазин. Покупать, главное, никто не хочет. Смотрим. У нас уже час. Я не знаю, может им дверь открыть, чтобы они заходили. Давайте попробуем открыть дверь. Хотя они должны сами, по сути, открывать. Чтобы я слышал колокольчики, чтобы мне не украли ничего. Но они почему-то прям через окошко, через стекло воруют. Это тоже не очень-то приемлемо. Непонятно, непонятно. Ой, ох ты, ничего себе. Фризы очень жесткие в этой игре. Ну что, может, кто-нибудь возьмет? О, что? Деньги где? Где деньги? Я понял. Просто мой... О, хорош. Просто мой системник украли, я даже не... О! Иди отсюда! Ты что, меня не видишь, что ли? Давай, покупай, пожалуйста. Девушка, покупайте, пожалуйста, товар. Нет, ей не понравился этот товар. Она ждет, по сути, пока я уйду. Давайте за угол станем. Оп! Нет, не хочет брать. Девушка, купите, пожалуйста, у меня монитор, пока он у меня еще... Блин, бутылку кинули, надо убирать. Мужчина, может, вы возьмете? А, я понял. Уже два тела. Оп. В непонятках. Я в непонятках. Где? Ох ты, падла. А ну иди сюда. А ну иди сюда быстро. Козел. Блин, а вот тот, конечно, обидно ушел. А вот эти дяди так и стоят здесь. Блин, это последний шанс. У нас даже на еду нету, посмотрите. У меня просто сперли системник. Я даже не знаю, куда он ушел. И... Вообще не, непонятно. Давай, заходим, девушка, покупаем, пожалуйста, монитор. Последний, пока у меня он еще есть. Пока вот эта толпа не при... Можно нанять смотрящего? Хотя у меня денег еще нет. Девушка, вот сюда подходите, пожалуйста. Угу. Сейчас оно идет, мне кажется. Мужчина, заберите, пожалуйста, у меня вот этот монитор. Я вам скидочку даже сделаю в $5. Я вас прошу. Как их отсюда выпроводить? Давайте отсюда. Офигеть. Блин, в прошлый раз все было намного легче. Я сейчас, во-первых, без еды у меня темнеть в глазах, наверное, начнет. Мужчина, берем монитор, очень... Я понял. Я понял, где мой монитор. Верните мне мой монитор. Я сейчас, если... Вот он.
А он что, через задний двор хребет? Козлина. Я понял, у меня на заднем дворе просто дверь открыта. Так, пойду-ка я с этим ящичком и закрою эту дверь. Они, я так понял, сюда и крадут. У меня, я дверь не закрыл, но тут же у меня, в принципе-то, тупик, правильно? Я не знаю, почему так получается. Берем монитор и пытаемся его еще один разок продать. Я надеюсь, у нас на этот раз у нас все получится. Давайте его посерединке поставим. И будем ждать покупателей. Тут вообще кроме воров живут люди нормальные или нет? Как хорошо было в прошлый раз, да? Только выставил системничек, его сразу же купили. Мужчина, пожалуйста, прошу, Philips Trinitron. Понятно. Я понял. Так, 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 куда? Что это такое? Люди, есть нормальные вообще здесь? Что происходит? Как такое возможно? У меня последний шанс на выживание. У меня еды нету, я голоден очень сильно. И мне надо еще что-то за эти деньги заказать. Вот, отлично, спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, кто купил его, но спасибо большое. Магазин прикрывается. Слишком много уж здесь ребят. Давайте мы пойдем купим, наверное, еще что-то. А, сюда нельзя. Да я уже потерялся сам. Давайте, давайте отсюда валите. Мы закупим сейчас системничек, наверное, который очень быстро продается, я думаю. 260, а у нас еды там не осталось, по-моему, в магазине. Давайте мы системничек закупим и, надеюсь, у нас получится в этот раз продать его, а не... Да, еще, кстати, можно клавиатуры какие-нибудь закупить. У нас $96, и мы можем купить клавиатуру за 92. Еды у нас однозначно нет. В магазине, по-моему, ее тоже нет, насколько я понял. Ну вот усталость у нас уже есть, и время уже на исходе. Давайте мы будем отправляться, сейчас занесем свои товары и отправляемся отдыхать. По дороге захватим обед, если там он будет. Так, есть. Берем. Заносим в нашу кладовочку. Заносим в кладовочку. И берем клавиатуру, также заносим сейчас в кладовочку. Есть клавиатура. Берем, заносим. Обязательно закрываем и идем. Идите вы уже домой, ребят. Все, выходим, выходим. Все выходим. До свидания. По спине надаю в следующий раз. Все, закрываем лавку. И быстрее летим с падки, потому что сейчас начнет темнеть в глазах у нас. Просыпаемся и бегим быстрее за... Да, включить свет, все равно за него платить не надо, правильно? А, кстати, счета есть, оплачиваем, да? Так посмотрим, что в счетах в этих. Мы еще ни разу не оплачивали счета никакие. Возможно, нам придется не оплатить один раз. Очень фризит, поэтому теряешься. О, чудо! Посмотрите, сколько всего на полках, но у нас только $19, к сожалению. И мы, наверное, возьмем только яблочко. Нет, мы положим его и купим. Так. Летим дальше. И быстрее продаем свои запцацки. Нужно, в общем, открывать дверь, иначе вас все будут красть просто через окна. Готовальня. Готов. Открываем шарманку свою. Прикроем для начала. Сейчас уберем вот этот мусор, что тут понасирали свиньи. Берем супер щетку. Мне кажется, это щетка по металлу. И убираем батлики.
Есть, все убрано. Я думаю, даже метлу можно вот здесь оставить. Также мы сразу распаковываем и выставляем на прилавок. Но надеюсь, это мы точно не просрем. Так, мониторчик и клавиатура, да, у нас? И $9 остается. Берем клавиши. И я думаю, можно положить их здесь же, чтобы не разбегаться глазами. Я понял. Для чего это сделано, я, если честно, не знаю. Вот так. Все, открываем магазин и ждем покупателей. Прямо возле стола будем стоять. Заходим, дорогие товарищи. Все сюда приобретаем запцацкий геймерский системный блок и клавиатура. Прошу вас, заходите и смотрите товар. Сегодня у нас акция, так что залетаем. Здравствуй. Никто не хочет пока что брать. Так, давайте, может, в магазин зайдем. Поэтому и не идут. Да, желающих маловато. Главное, чтобы что-нибудь не пропало. Интересно, а столы выносят? Заходим, уважаемые покупатели. И воры тоже можем заходить и получать по спине за кражу. А мы дверь закрыли? Нет, у нас дверь не закрыта. Давайте мы быстренько ее закроем, иначе опять с заднего двора начнут красть. Все на месте, отлично. Ждем покупателей. О, чудо! Первый покупатель. И что вы нам скажете, мадам? У нас есть... Как так? Я полдня тебя ждал. Все понятно. Ожидаем дальше. Она даже посмотрела. Оп, у нас забрали системничек. Отлично. Может, это та тетя забрала все-таки его. И осталась у нас клавиатура, а мы в этот момент, я не знаю, мы закажем что. Давайте мы попробуем все-таки еще продать клавиатуру. Потому что нам надо еще на еду денежка. Закрываться неохота. Долго, конечно, больше чем полдня ждали мы эту покупку. И ждем следующую. Малый ассортимент, да? Нам надо больше ассортимента, больше мелочи заказать. Еще желающие есть. Еда, я так понял, здесь особого смысла не играет. Просто для красоты. Возможно, если я не умру еще в ближайшее время. У нас осталось... Давайте рискнем. Нет, не будем рисковать. Это единственное, что у нас есть. Тетенька, заходите к нам. Нет, никто не хочет. Агитировать здесь я никого не могу. Заходите, пожалуйста, мужчина. Дедушка, бабушка, девушка. Все заходим, смотрим клавиатурку. С подсветочкой, все как... Без, я пошутил. Да, без подсветки. Но клавиатура мощная, мощная очень. Не хотят брать, да? Плохое что-то мы заказали. В этот раз девушка посмотрела и решила, что такая ей не пойдет. Она, наверное, в бинокль зырила.
По сути, да. Эх, уже 5 часов почти. Никто не хочет идти. Оп, забрали клавиатуру. Закрываем свой магазик. Идем, заказываем новые запчасти. И, наверное, я не знаю, успеем мы что-нибудь продать. Заказываем новые. Давайте мы побольше всякой. Вот мониторы хорошо идут очень. Давайте купим монитор за 340. Нет, надо мелочь. Клавиатура. Давайте купим мышь за 102. Давайте купим за 89. Нет, вот за 102 мышь купим. Наверное, все-таки компьютер лучше взять. 312. Ну, давайте за... Нет. Стулья у нас дорогие очень. Хотя за 230 можно и стульчик взять. Хорошая прибыль от него. И у нас осталось как раз даже на мышь. Какую-нибудь слабенькую. Вот, например, за 58. И мы вылетаем на задний двор забирать свои товары. Так, у нас есть еще время полчасика поторговать. Вот так их можно потрогать. Давайте откроемся. Возможно, мы что-нибудь успеем продать еще. Блин, а мышек-то не видно? Отлично. Одна мышка ушла у нас. Вторая мышка не ушла пока. Стул ушел. Быстрей, быстрей, быстрей. Где мой стул? Где мой стул? А кто мне перданул наушники, мне интересно. Где мой стол, ребята? Ищем грабителя, ищем, ищем. Как так? Как стол украли? Где грабитель? С ящиком. А, его купили. Я ошибся. Там, в общем, в одном 20 часов, 25 минут. Все, у нас все купили, по сути, да? Или что-то все-таки украли? Да-да-да. А, это у нас купили. Это у нас тоже купили. Это хорошо. А вот еще одну мышку я даже не знаю. Наверное, тоже купили все-таки. Ладно. Сходу залетаем. Сразу даже дверь не закрываем. Может, мусор хоть кто-нибудь украдет. Залетаем сходу. Берем себе быстренько. Давайте стул. У нас 436. Мы возьмем стул за 420, я думаю. Да, и продадим за 504. Отлично будет, я думаю. Главное, чтобы это быстро купили у нас. Вот это будет круто тогда. За 700, 400... Вот 430 даже есть стул. Давайте мы его возьмем. Я думаю, его быстро купят. Ну вот, забрали у нас еще один стул, и я подумал, что на сегодня продаж достаточно. Мы сейчас закажем себе еще один столик. В принципе, он нам как бы не нужен, но не помешает. И в следующий раз мы закажем много мелочи. Также у нас шоп-рейтинг появился. Чичман. Товар ужасного качества. Да ладно. В магазине нет света. Ага, вот оно в чем все дело. В магазине много мусора, в магазине очень мало продукции, в магазине нет света, не нашел нужного мне товара, в магазине нет света. Ага, вот оно, где все хранится. Слишком темно. Нам нужен свет, ребята, в магазин обязательно в первую очередь. А где нам взять свет? Постер полки. Может, нам его просто надо включить?
Сейчас я проверю. Но, возможно, его тут просто нет. И как его сюда провести? А, нет, вот, все правильно. Просто надо было включить свет, ребят. Такой уж я олень. В общем, вот такой получилась эта серия. Я не знал, что можно читать отзывы. Я не знал, что надо включить свет, хотя мы знали, что свет включается. Я стоял в углу и думал, почему так темно? Я попытался в настройках посмотреть, может, надо выкрутить гамму. В итоге вот такая ерунда получилась. Если бы, конечно, мы это все знали, дела продвигались быстрее. Также мы узнали, как у нас могут воровать товары. Ну, а в следующей серии мы уже реально апгрейдим немножко свой магазин. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и до встречи в следующем видео. Всем пока!